С праздником, дорогие братья и сестры! С воскресным днем и с днем памяти, явлений иконы Божией Матери в городе Казани. Казанская икона Божией Матери, наверное, самая почитаемая ее икона у нас. Хотя, в общем-то, известна она не так уж давно, с конца 16 века. Мы имеем и более древние иконы, и в том числе главные святыни нашей церкви, Владимирской иконы Божией Матери. Тихвинская, другие иконы. Вот эта икона стала самой почитаемой. Мы с вами помним, что сама Пресвятая Богородица трижды являлась одной от раковицы, повелевая на месте пожарища в Казани обрести ее икону. И через этот образ было явлено множество чудес. И, конечно, первое, главное событие, которое мы с вами празднуем, в начале ноября, вернее так, самое яркое событие, потому что исцеление от этой иконы они начали проистекать сразу после явления этого образа. Но для нас всех казанская икона связано с прекращением смуты, в начале 17 века. Тогда, когда народное ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина после усердной молитвы перед этой иконой, посте, штурмом взяла Московский Кремль и изгнала из нее интервент. Во множестве списков разошлась эта икона по пределам нашего русского языка. И Пресвятая Богородица, многие из них прославили. Так что вот сегодня мы в самой церкви празднуем не только явление иконы в городе Казани, но и 12 ее чтимых списков. 12 чтимых списков с этой иконой. Я однажды специально перестал весь календарь, и нигде больше такого количества списков с иконой, которые бы праздновались, я не встречал. Многие из этих икон прославились не только чудесами и исцелениями в жизни
самоотдельных, самых православных, которые с верой, упованием на заступничество Божьей Матери молились перед этими святыми. Но и избавление от различных и эпидемий, и иных напастей. В этом отношении мне вспоминается вышинский список Казанской иконы Божией Матери, который тоже сегодня празднуется. История этого образа восходит к временам нашествия Наполеона, когда перед нашествием врага Москва эвакуировалась. Расходились и насельники, и насельницы московских монастырей. Вот одна дворянка, насельница всем вам известного московского Зачательского монастыря, еще не будучи никакой инокини или монахини, тоже покидала город Москву и Зачательский монастырь. Она решила перебраться в один из женских монастырей под Тамбовом. С собой она взяла свое самое главное сокровище, свою родовую келейную икону самой Казанской. Наняла возницу, чтобы тот ее отвез в Тамбов. Возница согласился, но посередине пути, подстрекаемый лукавым, он подумал, что этой женщине есть какое-то великое сокровище. И что, если он сейчас ее убьет, то все ее достояние достанется ему. И в одном месте он свернул с дороги и понесся к лесу. Женщина это, подумав, почуяв недоброе, взмолилась ко Пресвятой Богородице. И возница внезапно ослеп. И тогда он раскаялся в своем злом помысле, исповедовал ее перед этой женщиной, исповедовал ее перед этой женщиной и просил ее заступления и молитвы перед Пресвятой Богородицей. Женщина ему сказала, что у нее одно единственное сокровище, больше ничего нет, это икона Божией Матери. И когда эта женщина с великой верой, упованием и благодарением за избавление от напасти помолилась Пресвятой Богородице, то возница прозрел. И после этого он с величайшим осторожностью, скажем так, и доставил эту женщину до монастыря. Там она
семьи приняла в последующем в семье монашеский в семье постриг. И вот перед смертью в 1826 году она стала, думайте, а вот что ей делать, кому ей передать этот образ Пресвятой Богородицы? Пресвятая Богородица сама ей дала указание, чтобы она его навечно передала Вышинскую Русь, о которой она сама никакого понятия не имеет. И вот через некоторое время она эту икону передала Вышинскую Русь. Вышинская пушта, она называется Свято-Успенская, потому что ее древний храм был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Но уже в середине 19 века этот монастырь можно было бы уже по праву называть Казанским монастырем. Потому что от этой иконы начали происходить многочисленные чудеса, что стало привлекать паломников в сам монастырь. И было несколько случаев, когда после молебнов перед этим образом, после того, как этот образ крестным ходом переносился в окрестные города и села, город Шацк, самый ближайший, прекращались семьи эпидемии, в том числе и холеры. Так было и в 1840-х годах. Поэтому и поток паломников в монастырь значительно увеличился. Маленькая церковь перестала вмещать приезжающих, поэтому в середине 19 века был построен большой летний собор Казанской иконы Божией Матери, тот, в котором на сегодня почивает мощи великого подвижника, святителя Феофана Затворника. В 1870-х годах страшная эпидемия чумы, холеры была в городе Тамбове. Тогда это все относилось к Тамбовской губернии, так же, как и Саров. Хотя сейчас Шацкий район, где Вышинская пустыня относится к Рязанской области, а сам Несаров стоит на самой границе Мордовии и Нижегородской области. А тогда все это было с Тамбовской губернией. Вымирали практически целые улицы. И вот тогда кто-то из жителей города высказал пожелание, мысль, что нам надо к себе в город призвать Казанскую икону Божией Матери из Вышинской пустыни. Целую неделю об этом шли споры. Потому что
Бес Иберии уже широко гулял по России. И многие из тех, кто мог принять решение, они отнюдь не веровали в это. Но вот через неделю собралась депутация города, которая все-таки пришла в Вышинскую пустынь и слезно все-таки просила, чтобы все-таки в Тамбов принесли Казанскую икону. И вот когда принесли, то буквально через пару дней умер последний человек, который пострадал от этой эпидемии. Так что все-таки после этого, тем более известность и почитание этого списка стало еще больше. Так что опять в обители был построен еще один новый собор, уже зимний, теплый, в честь креста воздвижения. Надо сказать, что это почитание иконы Божией Матери было очень сильным. И когда в 21 году красноармейцы расстреляли крестный ход и отобрали эту икону, то народ поднялся и пошел на защиту своей святыни. Шли женщины, дети, старики, все, кто только мог. Шли на пулемет. Шли с молитвой ко Пресвятой Богородице и со словами: «Владычица Пресвятая, умрем, но тебе не отдадим». Икону назад не получили. Ну, конечно, без ризы, без украшений, которые за эти годы были принесены к этой иконе, как знак великой благодарности народа. И потом эта икона долгие-долгие годы пряталась у благочестивых жителей. Когда же после войны в 5 километрах от Вышинской пустыни была открыта первая церковь, то жители передали эту икону в этот храм. Где она и находится до настоящего времени. Скажу так, что настоятель этого храма, отец Георгий, он был инициатором и расчистки Вышинской пустыни, где была помещена психиатрическая больница, был инициатором обретения мощей святителя Феофана Затворника, перезахоронения около храма в Эммануиловке, подвижника благочестия, настоятеля храма во времена, когда там в затворе пребывал святитель Феофан, архимандрита Аркадия, и первоначально мощи святителя Феофана
находились в самом храме Эммануиловке. А потом, когда постепенно монастырь стал передаваться церкви, то мощи были торжественно перенесены в сам монастырь. На сегодня в монастыре находится чтимый список с Вышинской Казанской иконы Божией Матери. Но отец Георгий обещает, может, где-то уже было исполнено, на сегодня не знаю, потому что вот в конце прошлого года монастырь был полностью освобожден от психиатрической больницы. По согласованию из с областными властями, с федеральными властями и святейшего патриарха Алексия было построено отдельное здание, которое, конечно, значительно лучше соответствует назначению и предназначенной для больницы, чем переделанные, приспособленные самогестроение монастыря. Вот. И отец Георгий обещает, что икона вернется на свое историческое место. Мы дорогие, самые должны помнить заступничество Пресвятой Богородицы. Видите, у нас почти в каждом доме образ Казанской перед этим образом и перед другими молиться и просить Пресвятую Богородицу, чтобы она нас избавляла от всяких бед, напасти, укрепляла в нашем мире. И вспоминая историю Казанской Вышинской, чтобы Пресвятая Богородица укрепляла нашу веру, и чтобы мы, если придется, могли бы так же встать на защиту святых, как встали окрестные жители на защиту этого образа. Храни вас, Господь.